вообще 23-й, я ждал 50 минут, не пришел. Я сегодня отрелись до Пушкина доехал. Только наконец 23-й появился. Завтра. Робкий. Так машину такую большую, чтоб там не жить можно. Вышел второй раз. Кто за шум? Эй! Орехи. Не здрасте, не до свидания. Вот цена мела. Сейчас я кучить буду. Чей рюкзак вот это? Рюкзак куда? Да, в раздевалку. Как пистяк, да? Пистяк, да. Мы сейчас пойдем. Разрешите? Можно. Можно. Вам помочь? Я знал, что ты ждешь уже час 40 градусов, а если должен был бы идти, ехать из 10 часов. Вот на час. Я тут долго, а я в 12 вышла с универа, думаю, до дома можно нет смысла. Быстро, медленно. Я поехал на базар, ехал час 10 минут 15. А, ждал маршрутку, потом ехал. Где-то час 20, час вот так, час 20, час 10. Сдал принтер. Обратно думаю, как ехать? 113, 100. Решил. Здравствуйте. Там девочки в этом, в раздевалке. Решил 66. Пришел, а там перерыв, они как на труда едут. Я думал, сядь, давай, поехали, ошибаться. Маску сними и садись. Я решил этот на 66. Дальше, значит, сел на 134. Доехал до цирка, но сидя. Доехал до цирка, вышел, смотрю, троллейбус. Пустой, думаю, ой, хорошо. Ну, вроде чекан. Сел, оказывается, чепка. И я поехал вниз. Потом думаю, так, если я здесь выйду типографию, это ж пилять сколько. Поехал в следующий остановку. Вышел, перешел, идет 121 машина. А Чикаго где? Ну, Чикаго, Чикаго. Чикаго где? Чикаго здесь. Нет, Чикаго, а ты сам. Чикаго, старая почта. Чикаго. Дальше. Я решил, смотрю, подошла маршрутка, хорошо, 121. Я, можно сесть? Я сел, едет. Я говорю, вы где заворачиваете? Потому что она заворачивает не... Вот здесь вот она заворачивает, раньше. Слез. Уже сел на 112 и уже доехал сюда. Но везде я сидел. Я нигде не стоял. Потому что их там подходили, где не можно стоять. Но, ну, нафиг. Сергей Анатольевич, я ваш YouTube-канал нашла. Еще раз? Я ваш YouTube-канал нашла.
Нашла? Да. Как называется? Не знаю. Но я подписалась на вас. Да? А вот как называется то, что пишешь? Значит, канал называется Личеу Молдова. Вот я уже выставил, как вы это сам. Одну карточку потерял, 380 лет бестолковый. Вчера шел, музыку слушал, как она выпала. И там есть ваша тренировка. Есть вот этот ковер и этот ковер, посередине нет. Пойду сегодня там, где шел, может найду. Я вам потом покажу. Вот там я буду выставлять тренировку. Да. Значит, еще раз. Пока, пока. Мы посмотрим кимоно, оставлять будете здесь. Ну, Вика забирает, и ты забираешь. А те, которые новенькие, пока будут здесь, чтобы я знал, что они придут, там бросят и все. Так и буду знать, кому что. Так. Вадим, будьте кимоно. Есть кимоно? А мой день. Так, вот эти два встали. Да. То же самое. Вы должны будете потом сами покупать. Это я пока даю. Зачем вам вода? Потом история закончится. А башка нет у меня. Нормативы.
Скажи, что я их выгоню оттуда. Остальные не надо, сидите. Вы же не Вика, что же не Вика зовут? По шее, Руслан, дай там, пожалуйста. Девочка, сказка, расскажи. Девочка, сказка, расскажи. Если не знаю. Ну что я там делаю? Да, объясни, что там делаешь? Книжки читают или... Кого? Так, Руслана, вот там с кимоно. Руслана, там вот кимоно, там, да. Ты помнишь свое кимоно, Руслана? Да, Руслана. Руслана, посмотри свое кимоно, Руслана, посмотри там свое кимоно, если нет, вот кимоно. Семь, да. Вот там взять, можно любое брать. Эй! Я белый. Ошибаться. Ошибаться. Посмотри, потому что, чтобы маленькая не было. Она на Вике одета, а ее вот. Твое на Вике? Да. А не, у Вики своя должна быть. Ты смотри, ты найди свое кино, вот то, что ты одевала, то, что я тебе дал. На Вики? Сейчас, наверное. Так, здравствуйте, разрешите войти. Здравствуйте, разрешите войти. Вперед, идите. Так, Вика, Вика, иди сюда. Викуля, Вика, подойди сюда. Ты хочешь видеть? Скажи, пожалуйста, это кино твоё? Ну, подписывай, что ты подписывала? Что ты подписываешь? Руслан, одевайте. А, вон там кимоно есть, одевайте куртку. Андрей, я сказал, там где куртки не садитесь, дайте мне сейчас куртку. Маску надо сюда поставить. Есть у тебя мобильный, нету? Есть. Там, да? Да. А там закрыто? Да. Хорошо, отключите, да? Нет, 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 отдайте это, за тебя маленькое. Куртку. Вот эти две куртки, а подожди, не трогай. Вот большая отдай ей, а ты отдайди. Нет, у меня вчера была маленькая для меня. Сейчас. Возьми, попробуй. Иди сюда. Эй! Поехали, ну быстро сели сюда! Вы что, не поняли, что ли? Ошибаться? Да. Чтобы был порядок. Нет, я тебя бить буду. Тебя. Их ты бить не имеешь права. А я буду тебя бить. Я тебе просто дам пояс, как врежешься по спине.
Это вам не класс здесь. Где сердце? Девочки, здесь все мое. Это все мое. Это все мое личное. Здесь вашего только мобильный телефон. Вот это гантели мои личные. Вот эти столы мои личные. Вот эти куртки мои личные. Велосипед мой. Деньги мое. Девичьи мои. Мои. Так, значит, сейчас, ну, девочки, встали, руки вперед, значит, вы когда будете начнете заниматься, то вы себе купите форму и вот эти вот, можете опустить его, держи, вот это должно быть вот здесь, рукав вот здесь кончается, когда вы купите новое кимоно, и постирает, оно у вас сядет и будет вот так. То есть поэтому кимоно надо покупать новое. На 5 сантиметров длиннее, чтобы когда вы постирали, оно село. И стирает все разбежалось, да. Значит, еще раз поставьте ручки, я посмотрю. Ты отдай вот это, вот эту куртку, отдай ей, это я знаю, что проверить. Отдай, она больше. А для тебя маленькая, ты ей. Опускай ручки. Нормально. У тебя чуть-чуть, потом я тебе дам, постараюсь растянуть. Или будешь новое. Нормально, более-менее нормально. Хорошо. Сейчас посмотрите внимательно. А ну-ка, вот так, да. Смотрите. Сейчас... Очень длинный пояса. Значит, у нас пояс раз, два, три, четыре пояса. Вот возьми все пояса возьми. Смотрите, там синий есть, да? Синий не давай. А вот хотя синий мы можно делать. Значит, бойцы встали. Кто, у кого пояса есть, брюки есть, ошибаться. Вот эти. Сейчас покажем ручки вперед.